Так, ребятки, один зомбик. Еще нужно одного зомбика поймать. Пишет мне компьютер. Ага, вот. А здесь ананасовые зомби. Ого, он кинул динамит. Убегай. Ух, отличненько. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, Юра, ребятки. И сегодня мы будем играть, продолжать в игру Zombie Catchers, или Ловцы Зомби, или Охотники на Зомби. Так, ребятки, наши на сегодняшний день задачи следующие. Продать товаров банановый, наверное, или какой там, вишневых, пироженов, продать на 180 монет, потом продать на 40 раковых, каких-то, что это за раки, какие-то креветки, что ли, на палочке, и улучшить зомби-выжималку. Ну что ж, давайте, собственно, улучшим с вами раковую зомби-выжималку. Так, где она? Вот. Давайте купим на нее улучшение. В принципе, у нас игра взломанная, мы можем покупать здесь. Давайте ее сразу увеличим, да и все. Так, ну что ж, дорогие друзья, она у нас улучшена на все... Ага, нужны ингредиенты. На все мощности, а? Так, давайте зарядим пирожные банановые. Отлично, банановая, ребятки, соковыжималка в плюсе. Так, ну что ж, зомбики найдены. Поехали, посмотрим, что нас ждет в этом уровне. Так, нам нужен рак, а раковые зомби только здесь, ребятки. Чтобы искать зомби, нужны дроны. А как же их купить? Пляж. Так, иди на пляж. Все, давайте, ребятки, зомбики нашлись. Дроны нам нашли зомбиков, и мы продолжаем нашу замечательную игрушку. Так, поехали, посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас, ребятки, буквально следующее. Так, вот я вот такой вот бегаю, и это просто, ребятки, отлично. Вот так вот давайте. О, вон он, раковый зомби. Отличненько, мы его поймали, и этого поймали, отлично. Кстати, поймали мы, ребятки, его гарпуном без всяких проблем. Давайте поменяем оружие, чтобы у нас было. Опа, отличненько. Так, ребятки, один зомбик. Еще нужно одного зомбика поймать. Пишет мне компьютер. Ага, вот. А здесь ананасовые зомби. Ого, он кинул динамит. Убегай. Ух, отличненько. Ребятки, у нас костюм курицы. Давайте его сменим на какой-то другой. Сейчас будем в магазине, поменяем костюм. Так, продолжаем охоту. Нам нужно еще ракового зомби поймать для того, чтобы получить новый уровень, ребятки. Куда ты перенесся? Он опять перенесся не туда, куда надо. Подождите. Вот, пускай на пляж летит. Сейчас на пляж прилетит, и здесь вот так вот, пускай ищет. Так, покупаем, как всегда, все, и поехали. Так, костюм курицы, конечно, у нас же довольно-таки прикольный, ребятки, но не стоит на это обращать внимание. Стоит обращать внимание на сам результат. Поехали. О, банановые зомби, словили, отличненько, дальше. Вау-вау! Стой, 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 стой. Ребяточки, поймали. Я думал, он убежит в лес. Все-таки сумели поймать его. Ха-ха, костюм курицы, ребятки. Довольно прикольная вещь. Ой. Ой, раковый зомби. О, отлично. Как раз то, что нам нужно. Мы его, ребятки, вовремя поймали. И ананасового тоже. Правда, ребятки, его подорвали немного меня.
Отлично, даже последнего поймали. Ребятки, вы видели как раз такое, хоть раз? Чтобы мы всех зомбиков на одном уровне поймали так довольно-таки быстро. Так, отличненько, все зомбики пойманы, и мы продолжаем нашу охоту. Или пойдем в кафе. Давайте перейдем в кафе, ребятки. Давайте перейдем сначала в магазин, купим новый костюм для нашего ловца. Так, у меня сейчас есть такое, давайте вот так вот. Так, костюмы, магазин. Так, дроны у меня все куплены. Плутоний. Монеты. А где у меня одежда? О, вот. Так, давайте купим. Что это? Какая-то картошка. Фри. О, ребятки, вот такого хочу. Все, ребятки, у нас теперь есть вот такой вот прикольный костюм. Что-то я забыл. Мне же надо раков продать. Так, ребятки, подождите, у нас новый уровень открылся или нет? А где у нас кафе? А, вот кафе. Да, ребятки, у нас открылся новый уровень. Продукт новый, рак с сыром и плутоний. Отлично. Так, продать рак с сыром на 10. Продать чего-нибудь на 1150, ого, и продать лизун-конфету на 60. Ну что ж, лизун-конфету... Давайте, чтобы поймать босса, давайте, чтобы лизун конфету, нам нужно поймать босса. Войти на уровень. Конечно же, войти на уровень, а как же? Давайте, собственно, войдем с вами на уровень и посмотрим, что здесь. Быстрее, быстрее, Юра. Так, подождите. Отлично, в спину раз есть. Два в спину есть. Три. Тихо, тихо. Отличненько, ребятки. С первого раза мы зомбика с вами поймали. Свинья убежала в лес. Так, отличненько. Отличненько, отличненько. Идем теперь в кафе и... Куда нам нужно было его прилепить? В лизун конфету, по-моему, сюда. А сколько мне нужно лизунов продать, ребятки? На 60, отлично. Все, товар будет продан. Так, идем ниже, 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 ребятки. И вот новый продукт, это рак, ребята. Нужны ингредиенты. А ингредиенты у нас буквально следующие. Это только раковые зомби, ребятки. Так, кроме раковых зомби, ребятки, у нас есть еще куча всего, чего нам нужно продать. Где у нас все зомбики все подевались? Посмотрите, сколько у меня зомбиков, ребятки. Здесь тоже охота на зомбика. Подождите, подождите. О, вот так вот. Вот этих. Вот. Вот так вот, отлично. Отлично. Производство идет полным ходом, дорогие друзья. Так, ну что ж, если наше производство, ребятки, идет, почему бы нам не перейти в лобби и не выбрать охоту на... Уже, кстати, зомбики нашлись. Давайте, собственно, приступим с вами. Поехали! Так, 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 сейчас посмотрим, что у нас здесь. Сейчас посмотрим. Отличненько. Немножко чуть-чуть не подорвались, ребятки. Посмотрите, какой у нас костюм прикольный. Костюм хищника. Убегает, 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 убегает. Отличненько, ребятки, поймали. Не сумел он от нас сбежать.
Так, забираем, идем дальше. Вот это какой-то новый зомби, ребятки. Тут плутоний у него, он с магнитофоном. Мы такого уже видели. Так, ну что ж, дорогие друзья, а прикольно, что мы этот уровень так быстро закончили, собрали всех, кого надо, но ракового зомби здесь мы не нашли, а нам нужны раковые зомби для того, чтобы произвести какой-то там раковый коктейль. Так, давайте будем искать дальше раковых зомби. О, ребятки, на речке, я думаю, они должны быть. Ой-ой-ой, куда же то он убежал, а? А вот так вот мы его. Отлично. Так, идем дальше. Раковые зомби, поймали. Так, и этих тоже поймали, хорошо. Раковые зомби, вы видели, откуда вы вылез, ребятки? Так, банановые зомби есть. И остался один еще зомби. Все, ребятки, круто. 78 монет он нес с собой. Представляете, как много. Так, ребятки, продолжаем охоту. Нам нужен еще один раковый зомби для приготовления коктейля. И посмотрим, что он сможет нам дать. Так, это тоже на болоте. Я здесь найду рака или нет? Мне нужен обязательно рак, ребятки. Как ни крути. Так, а ну-ка давайте вот так вот, вот сюда. Вот оно. Ого, мне там набросали гранат сразу же. Так, теперь надо их догнать как-то, наверное. Так, ну вот еще здесь два. Но ракового зомби здесь не нашли мы. Надо искать его где-то в других местах. Возле болот, наверное, он водится. Так, ребятки, мне нужен раковый зомби. Что это такое? Я его никак не могу поймать. Тем более на песках я его там найду. Или это тоже болото считается? О, тут на болоте, наверное, он должен быть. На этом болоте рак должен быть, ребят. Вау! Следующий. Ребятки, он думал, засмеялся и убежал от меня. А я его все-таки поймал. Ха-ха-ха. Всех поймаю. Отличненько. Полетели дальше. Опять ракового зомби мы не встретили, ребятки. Надо, наверное, в нижней части, в восточной, искать его. Зато в последнее время, ребятки, ананасовых зомби, посмотрите, сколько даются. А раковых очень мало, реально. Так, ну здесь должны быть раковые зомби по-любому. Я так думаю. Сейчас посмотрим. А на прошлом уровне мне два раковых зомби сразу поймались. Там раковый зомби, небось, наверное, был только что, ребят. Я так думаю. И здесь нету ракового зомби, ананасовый. Это, конечно же, все хорошо, ребятки, что мы ананасовых зомби так много ловим, но нам нужен раковый. Давайте сделаем все возможное, чтобы его найти. Так, зомби обнаружены. Погнали. Ребятки, забыл взять сетимет нормальный. Как же мне теперь ловить этих зомби, а?
Так, давайте, наверное, поставим ловушку тут вот. О, раковый зомби. Вон он. Отлично, ребятки, мы его поймали. Все, хорошо. Супер. Так, ананасового надо тоже поймать. Отличненько. Ой, хоть и подорвались мы, ребятки, на гранате, но раковый зомби все-таки нашли. Так, ну что ж, давайте пойдем в лобби и посмотрим, что у нас. Так, ребятки, переходим в кафе. И здесь видим буквально следующее. Так. Продали тех товаров, да, продали, продали. Теперь нам надо рака продать. Или нет, ребята, мы с вами... Не продали ничего. Ребятки, мы не то с вами продали немножко. Нам нужно с вами были раки для того, чтобы продать вот здесь вот. Не хватает еще двоих раковых зомби. Да что ж такое, а? Не везет так как. Так, ребяточки, производство у нас идет как и шло, только нам нужен раковый зомби. Но это, ребятки, мы уже раковый зомби будем искать в следующих уровнях, дорогие друзья. А с вами, ребятки, был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство, ребятки. Подписывайтесь на мой канал. Будем играть в игры. Пока-пока.